Элька, привет еще раз. Помнишь, вчера мы делали кран? Да, вот смотри, вот сейчас вот этот кран, вот я вчера вытащил, а вот видишь, какую я штучку купил? Смотри, вот такую вот. Во. Вот ее теперь надо туда поставить. И тогда водичка будет идти вообще хорошо. Вот смотри, вот сейчас вода идет вот так, некрасиво. А теперь смотри, как будет. Сейчас мы будем сюда ее закручивать. Надо только аккуратненько, вот так вот. Так, красиво. Ой. Так, там резиночка такая. Нужно обязательно ее, чтобы она была. И теперь. Вот видишь, такая резиночка здесь. Она не будет давать воде просачиваться. Вот, и теперь надо аккуратненько так. Сначала вот так. Во, она пошла хорошо. Вот, видишь, как она идет так. И теперь надо ее дальше, дальше, дальше еще. И чтобы ее закрутить, нужно найти вот такой ключик возьмем на 22. Тогда она вообще должна руками закручиваться, но потому что много этой емкости, она руками накручиваться не будет. Вот так ее возьмем. Ну-ка, ну-ка. Вот, сейчас бы ты бы со мной покрутила бы. Вот, и чуть-чуть еще совсем осталось. Вот так вот. Вот, почти уже готово. О, все, теперь смотри. Видишь как? Ой, там еще капельки идут, надо еще немножко подкрутить. Так, ну эти капельки они потом пройдут просто. Все, вот. Теперь, видишь? Вот. Ну потом эти капельки они пройдут потом, просто надо подождать немножко. Я вчера так пробовал, тоже мне так же самое было. Вот. Вот так. Так что все, пока.